Русская тушенка, друзья. Русский дрожжей. Заценить качество тушеночки, которой Россия пришла спасать голодных мариупольцев. Мы голодали 8 лет, понимаете? Все эти годы независимости мы голодали. И к нам пришли россияне, чтобы покормить нас вот этой тушенкой. Это посмотрим. Ну чего вы так прям, прям совсем плохая тушенка? Это сопли, мяса нету, бумага, она вообще не это. Здесь нет, ножу ничего не сопротивляется вообще, то есть тут нет мяса. А ну открывай мне нашей тушенки, давай сюда. Мы не подставляли, просто вот это смотри. Смотри, ой, елки, так тут мясо, ребята. Вот все, что надо знать о России и Украине. Смотри, глянь, это мясо, а это... Как выразиться? Ветка неожиданная. Не, ну посмотри, вот украинская тушенка, а вот российская. Ни одна собака, ни один кот не жрет российскую тушенку. Ребята, россияне, что у вас творится в стране? Дай сейчас украинскую, тут стая сбежится.